Несмотря на то, что уже имеющийся непогашенный кредит является крупным фактором для отказа в ипотечном займе, все зависит от получаемых доходов вас и вашей семьи. Если ваш ежемесячный доход способен покрывать кредит и ипотеку, то причин для отказа здесь нет. Наши эксперты собрали главные правила, при соблюдении которых вы точно получите ипотеку. Подробности на сайте.